Сегодня мы поговорим об одной зоне, которая часто беспокоит наших клиентов. Это зона рук. Волосы в данной зоне очень часто беспокоят наших клиентов, так как приходится ходить в открытой одежде, а также каждый месяц убирать волосы методом шугаринга или ваксинга, и часто отрастающие волоски и пеньки очень беспокоят в данной зоне. Поэтому мы можем предложить вам метод удаления волос с помощью лазерной эпиляции. Процедура проводится с 16 лет в присутствии одного из родителей. Курс составляет 10-12 процедур в среднем с периодичностью от 3 до 6 недель. Самый оптимальный промежуток между процедурами лазерной эпиляции составляет 4 недели. Этот метод абсолютно безболезненный и безопасный. Максимум, что вы можете почувствовать в данной зоне, это легкое покалывание на запястье, а также на пальчиках. Этот метод удаления волос применяется в мире уже более 70 лет. Мы работаем на аппарате OneS Pro российского производства. Перед процедурой лазерной эпиляции мы проводим индивидуальную консультацию с каждым клиентом на выявление тех или иных противопоказаний, а также на соответствие волос для удаления данным методом. После консультации мы приступаем непосредственно к процедуре лазерной эпиляции. Клиенту надевают специальные защитные очки от воздействия инфракрасного света, а также манипула оборачивается специальной одноразовой пищевой пленкой, чтобы не было прямого контакта между манипулой и кожей. После процедуры лазерной эпиляции клиентке наносится специальный защитный крем пантенол, а также солнцезащитный крем, если клиентка пришла в открытой одежде и в теплое время года. Динамику вы заметите уже на 14-21 день после первой процедуры, а также с каждой следующей процедурой волос становится все меньше, он отрастает намного медленнее, и с каждой следующей процедурой теряется от 10 до 15% волос. Каждого клиента мы ставим на учет в департамент заботы о клиенте, с ним списываются на 21 день, чтобы узнать о его самочувствии, а также чтобы проследить динамику выпадения волос. И также приходят уведомления, напоминание о том, что пора записываться на следующую процедуру. В среднем они приходят раз в 4 недели. Процедура проводится круглый год, но в теплое время года, особенно летом, лучше наносить солнцезащитный крем каждые 2 часа на все открытые участки тела. Мы рады будем ответить на все ваши интересующие вопросы. До скорой встречи!